Ребята, всем привет! Посмотрите, какая красота у нас. Погода просто супер. Солнышко ясное. Все тает. Все бежит, все стекает. Видите, на крышах уже снега очень мало. Мы с Алисой собрались пойти погулять. Капец, ты ее одела на улице плюс 5. Ну все, давай, пока. Мне глаза боли. Ну, конечно, мне тоже. Сейчас глазки привыкнут и пойдем. Ну давай вперед, я калитку пока закрою. Сульку сказала убрать, там свисает. Мне ее отдай. Хорошо. На улице такое солнце ясное, яркое. Очень слепит сильно. Глазам тяжело смотреть. Это капец. Я помню, когда на севере работал, в такую погоду, я всегда одевал солнцезащитные очки. Всегда. Потому что, ну реально, снег и солнце. Глазам очень тяжело. Очень неприятно. Зрение портится. Мышка вна. Это что за собака у тебя на голове? Или корова? Что там у тебя? Это корова. Корова? Это мальчик. Год быка. Шапка быка, да? Ага. Все ясно с тобой, мышонок. Идем сейчас гулять в парк сначала. Идем на встречу с Давидом. Давид — это Алисин друг. Да, доча? Не просто друг, а лучший друг. Друг? Не просто друг, а лучший друг. Ясно? Еще Егор у тебя, да? Нет, ты, я, Егор, и друг. Тея, Егор, Давид. И Давида сестра? Да. И Давида сестра. Идем в парк. Вон, видите, температура плюсовая, снег резко начал таять, сейчас будут кругом лужи, болото. Ну завтра уже вообще будем плавать, по-любому, потому что прям очень быстро снег тает, сугробы на глазах прямо уходят. Ну что, вон, видите, вон у людей уже протарено, вон на дороге, здесь вон уже лужи. Не знаю я. Как это так? Мы пришли в парк. Здесь мы должны встретиться с Давидом. А где? Да, Алиса? Да, где? А где Давид? И почему его нет? Это уже другой разговор. Ну, сейчас придет, наверное. Куда он денется? Ой, как красавица. Красавица, Собакин. Собакин красивый. Красота, свежий воздух. Сейчас позвоним Давиду, где он. Вот, на днях только снимали видео, вся елка была в снегу, уже все растаяло. Что ты там зависла? Снеговика будешь лепить? Ага. Или снежки делать? Снежки и снеговика. Давай, давай. Посмотри-ка. Добрый день. Решили снег заснять? Да. Смотрите, что эти хулиганы делают. Пришел Давид. Привет, хулиган. Привет. Как дела? Нормально. Они здесь. Это, ну-ка, кого вы тут настряпали, рассказывайте. Это снежная вот баба. Это принцесса? Это снежная баба. Снежная баба. Окей. А это ждун. Да. Прикольно. Кстати, ждун на ждуна очень похож. Но нам кажется, это какая-то зима. Вы не замерзли? Нет, нет. Надо вот так сделать. Это ноги. Да, это ноги. Не, я думаю, тут. Во. Так а там на ДК что, горка? Там горка очень хорошая. Мы берем картонку и катаемся. Пойдем? С горки кататься. А у нас нет ничего. Так, ну, сейчас зайдем или ледянки купим, или картонки возьмем. Ладно, пойдем. На картонках очень круто кататься. Он, Давид говорит, на картонках он просто берешь, катаешься, да и все. Пошли, а то вы уже, наверное, замерзли. Не замерзли? Ладно, пока принцесса, пока ждем. Пока принцесса, пока ждем. Слушай, у тебя такой пуховик крутой. Спасибо. Вообще ништяк. Ты прямо одет нормально, ну, так, да. По-теплому. По-теплому.
Алиса сегодня тоже, видишь, нарядилась, несмотря на то, что плюсовая температура. Это меня мама так нарядила. Ну нормально, зато ты не замерзнешь. Сейчас покатайтесь, пойдем в кафе, окей? Окей. Так, мы пришли на ДК. У нас есть вот такие картонки. И сейчас малышня будет кататься у нас с горки. Правда, горка тут уже протерта до земли. Давид, а где тут кататься-то? Тут я что-то понять. Так она даже не катится, смотри. А если она разгонится и плюхнется потом с бордюра, аж через бордюр? Это прикольно. В смысле, так попе будет хана. Снег-то видишь какой, он липкий, мягкий. Ну-ка давайте, идите пробуйте. Алиса, перчаточки. Так, первый заход. Но мне кажется, он первый и последний, потому что, ну, реально, снег рыхлый, мягкий, уже растаял. Да ну нафиг, это страшно. Едешь? Давай. Все, прокатился. Алиса, спускайся, не надо тебе этого делать. Не надо. Во-во-во. Штаны за 40 гривен. Аккуратно. Ох, я чуть не испугался, вдруг ты в столб врежешься. Это капец, конечно, конечно, капец. Че, пойдемте в кафе? А? Я боюсь. Пойдем в кафе? Пойдемте. Будете кушать? Да, я буду. Че будешь? Пиццу хочу. Какую? 4 сыра. Хочу. Опять что ли? Да. Будешь 4 сыра давить? Давайте. Пойдем, полопаем. У меня тут было много снега, мы после этого вылетали. А есть там еще тоже, вон, который. Ну, потом можно. Пришли в ресторан, в Рафинат. Алиса достает свои игрушки. Мы сделали заказ. Так, задача. Заказали пиццу, кушаем. Покушали и снова пошли гулять. Алиса хочет опять на горку. Прям вот ей не имется, надо скатиться с этой горки. Но это нереально. Вот есть почищенная часть ступенек. Надо идти обязательно по тому, где не чищено. О, тебе повезло, у тебя есть ледянка. Ну-ка, давай. Сейчас посмотрим, как ты скатишься на ледянке. Или ты Алисе отдашь. Давай, доча, жги. Я сейчас возле этого столба встану, чтоб ты в него не втюхалась. Давай. О, Давид Алисе дал ледянку. Алиса, только ногами это, смотри, регулируй, чтобы не попасть в столб. Ну как, болит попа? Да. Да? И что, и опять туда пойдешь? Дай мне ледянку, я Давиду закину. Я Давиду сама закину. Все, Давиду говори пока, пойдем домой. Пока, Давид. Давид, пока-пока. До встречи. Нагулялись, наелись, идем домой. Мышковна. Так вообще это не тут наш дом. Так мы же идем домой. Еще я пока. Хотел там пройти. Пойдем сюда, иди. Ой, там. Иди, иди, иди со мной. Иди, иди, моя любимая. Нам сейчас прямо, потом мы повернем налево, потом мы повернем направо, потом снова пойдем прямо. Потом опять направо и дойдем до дома.
Всем привет. Куда едем? В город гоним. Гоним в город по делам, по делишкам. Потом Алиса хочет зайти к бабе Лене в гости. Да, доченька? Сидим, ждем маму. Вчера мы просто погуляли, пришли домой вечером, почитали книгу. Ничего интересного, в общем, не было, поэтому вчера я ничего не снимал больше. Да? А сегодня поедем в город, скатаемся. Алиса еще хочет зайти в нашу квартиру трехкомнатную, посмотреть на нее. Соскучилась, давно не была там. И еще я хочу купить мопсика. Вчера мы купили двоих, вот такого вот. И еще мы купили... Да, вчера мы купили с Алисой вот двух щеночков. О, да. Двоих. Алиса еще хочет поискать сегодня в городе, посмотреть. Если где-то увидит, то обязательно купит, да? А ты мне говорила, что-то в красно-белом какие-то сквиши продаются. Да, ты хотела? В красно-белом. Так где мы? В Пятеру, в Магнит или в КБ? Куда погоним? Во все эти. Во все? Нет, один только какой-то. Ну, опять мы потом с тобой весь вечер будем кататься. Один давай. Ну, один, одну игрушечку. Пап, у меня есть надежды всякие, а надежда помогает жить. О-о-о, философия поперла, офигеть. Посмотрим, Алис, ну, правда, ну, хватит, вот вчера я купил я тебе две игрушечки, сегодня я тебе куплю одну или две, ну, в каком-нибудь из этих магазинов, и все. Окей, тогда мы поедем в две Пятеры, один Магнит и один... Ну, где будет, там и купим. Все, давай. Мы уже в Краснодаре, в нашем подъезде, в нашем лифте. Че тебе, сердечко ёкает? Хочешь обратно в трёшку вернуться? О, ты мышонок сладкий. Нет еще, нет. Ну что ты? Скучала по этой квартирке? Да. Твоя комната. Да? Че это? Туалет. Что-то бумажка какая-то. Там есть все равно. Хорошая квартирка, шикарная, но надо идти дальше, стремиться к большему, к лучшему. Это маловато квартирка, да и Алиса хочет немецкую деревню. Все. Что ты там хулиганку увидишь? Это я рисовала. Сердечко. Это я делала. Хулиганье. Заходи в лифт, погнали дальше. Теперь по маминым делам поедем. Жми кнопку. Забежал сейчас еще в Хлебурже. Купил кофе любимый. И гоним дальше. Юленька ушла у нас по делам. А мы с Алисой вышли погулять. Так, а что у нас тут с воротником? Почему у нас тут все? Не пойми как, а? Не пойми как. Застегивай давай горлышко. Перчаточки одела, горлышко застегивай давай, конечно. Вот, все. Платановый бульвар. Встречай. Мы идем гулять. Только по лужам и грязи не ходи. Кстати, коротко о погоде. В городе сейчас плюс 7 градусов. Несмотря на то, что нету солнца и немного пасмурно. На улице довольно-таки тепло. Да, Алиса Алексеевна? Да. Тепло же на улице? Да. Снег липкий. Везде лужи кругом. В общем, у нас снова весна. Опять весна. В который раз весна. Но я надеюсь, в этот раз уже окончательно и бесповоротно. Как ты думаешь, Алиса Алексеевна? Я хочу зиму. Опять зиму хочешь? Да ну хватит уже, ты что? Нет.
Все уже, лето подавайте нам. Капец, там под снегом лужи, в общем. Мы прям чуть-чуть немножко погуляли. Я вот смотрю, он вниз на ноги на свои. Они у меня промокли. У тебя что, руки промокли сразу же? Перчатки у Алисы сразу же, Валюшки, промокли. В общем, недолго мы гуляли. Вот. И пришли обратно в машину, сели. Ну его нафиг, посидим в машине, подождем неделю. Не будем промокать, посидим лучше в машине. Кстати, забыл совсем вам рассказать про эту машинку подстригательную. Диван-то я подстригал. И мне многие попросили, скинь марку, модель этой машинки. Я вам фотографию прикреплю. Она с зарядкой, то есть, ну, там батарейки не надо вставлять. Она от сети зарядила ее, она сама аккумуляторная. И пользуешься ей. Насчет того, есть модели круче или нету моделей круче, я не знаю, правда. Мы вот эту купили чисто случайно, где-то в магазинах ткани мы ее увидели. Нам посоветовали, вот возьмите, и реально крутая штука. Вот, ну может быть есть получше. Это потому что, ну прям видно, что она такая, знаете, ну такая, Китай-Китая. Но работает, вот. Так что, кто просил и спрашивал, пожалуйста. Все, Юлины дела все сделали, все решили. Привез девчонок к маме. Они сейчас пойдут посидят. А мне надо сгонять в Станицу. Там Sunlight остался у нас. Надо привезти. Юля из дома, когда выходила сегодня, ну, забыла. Ну, ничего страшного, бывает. Сейчас съезжу, привезу. Так, сгонял за золотой посылкой. Сейчас поедем обратно в город. Туда-сюда. Ну, как бы недолго. Единственное, сейчас мы постоим на Тургеневском мосту, потому что там пробка. А так, фу, в сторону Станицы вообще все чисто, все супер. Дорога хорошая, свободная. Можно смело ехать. Ну вот, я и в городе. Обратно чуть в пробке на Тургеневском шоссе потолкался и все. А так, ну что, нормально. Недолго. Бонжурно, Тедди! Привет, привет! Да, хулиган. На. Пойдем. Пошли. Заходи. Ворчу. Привет, брателло. Как дела? Отлично, у тебя как? Дока, Тедди. Папа, сколько Леве лет? Леве 28 миллионов тысяч лет. Он как динозавр. Я так и сказал, и она не верит. Мама, сколько Леве лет? 17. Мама, почему он Тедди такой? Почему? Мася, почему ты куда? Куда ты Масю тащишь? А дай мне Масю погладить. Да, Масю гладить. Не. Убежала от меня вместе с Масей. Ну, Мася, Лех, молодая девочка. Ну тихо, не надо сказать. Давай закажем, что заказать? Мася, закажи что-нибудь или покушать. Ой, побед. Партизан, смотри, как бежит партизан. Стой, я тебя поглажу, кисун. Ой, я тебя буду гладить. Иди отсюда, хомяк. Дай мне Масе погладить. Да ты и так. Да что ты? Смотри, что делает. А, не дает Масе гладить ведь. Не дает Масе гладить. Куда ты? Куда ты ее? Жук, а. Вот жук, а. Не дает Масе гладить и все. А, хулиган. Ревнивый хулиган. Касается еще. Еще и кусается. Короче, сидели, думали, что заказать. В итоге я решил, поеду я сам все куплю. В Золотой Бухаре пловчика возьму. Жарпицу, в дарпицу заеду, пиццу возьму, и все, и нормально. Я уже домчал до Золотой Бухары, тут все рядышком.
Сейчас заберу здесь заказ и поеду пиццу заберу. Так. Так, первый заказ забрал. Плов, салат, айран, лепешки. Ой, как давно я не ел плов. Соскучился уже. Сейчас домой приедем. Вкуснятина. Но еще пиццу надо заехать забрать. Так, пицца уже готова, пока я ехал. Так, еще там у меня будет тортик еще будет. Ага. Десерты девочкам взял еще. Сникерс, красный бархат и чизкейк по кусочку. Выберут, кто что хочет. Что, я не знаю. Я приехал. А уже, вы что, вы не меня, что ли, ждете? Здесь Сережа втихаря стыди уже прогулялся. Аккуратно, пиццу ты что делаешь? Смотри. Я донесу быстрее. Ужас какой. Теди не дает спокойно ничего. Да вон у него есть что кушать-то. Угу. Пусть не придумывает, Тедечка. Есть же у тебя все покушать, что ты? Ой, прямо голодный, ага, ага, поели. Что там? Ликер с педикюром сразу? Похоже. Ничего себе. Что там? Вау. Что это? Это, наверное, плов. Михалычу, ведь Сережа с Левой тоже, да? Они одинаковые же? И вот так прямо неси. А здесь что? Ну ты разворачивай, смотри все. Булочки. Это еда? Где же подогрели? Все, уже расчехлились. Я бегом сейчас поем и поеду за мамой. Она в кабинете, в медкабинете. У нее там спецпедикюр. Вот так вот плов сегодня нам наложили, конечно. Не очень неудобно. Я люблю угу. Салат я вот себе положил. Мопса уже я накормил. Так, айранчика сейчас еще налью. И буду все это кушать вкуснятину. О, я по-быстренькому перекусил. Только сел. И мама звонит. Леша, вы где? Я говорю, мы тебя ждем у тебя дома. А я, говорит, ну на маникюре. Не хочешь со мной приехать? Я говорю, сейчас только перекушу быстренько. Ну, весь день голодный, ничего не ел. Вот. И приеду. А что вы кушаете? Я говорю, плов. Мама, похоже, тоже голодная. Видимо, уже давно. Ну, она реально давно там сидит уже на этом маникюре. Весь день ее не было. Поэтому сейчас заберем ее, накормим. Плова я взял нормально так. И Леве с Михалычем Юля отнесла и салат, и плов, и лепешки. И нам еще осталось, поэтому я уже наелся, девчули сидят, едят. Сейчас еще Павловна приедет покушать. Ну привет, мы тебя потеряли, девчонок долго. Привет, а я свободная женщина. Ваша мама пришла, неужели? Где обнимать своего ребенка, у тебя заждался. Теди соскучился. Ой, ой, Сережа проник в такой объект, увидел, что ребенок хочет писить, отвел его, он пописил, покакал. Ой, любимый Гена, ой, Гена любимый, да? Гена любимый, Гена любимый. Все, все, ты иди дома, мама. Мама дома, все хорошо. Давайте кормите маму. И поедем домой, наверное. Завтра приедешь, будете снимать. Алисеньку привезу завтра на плавание, а тебя к маме завезу. Хорошо, я тогда тоже сразу снимусь. Давай. Смотри, что они там делают. Тиктоки снимают. Сейчас самая аномалия, это самое сейчас крутое. Муза сегодня даже сняла. Аномалия! Я не успел. Заметили что-нибудь необычное? Чего не хватает в этой комнате? Заметили, нет? Вот он. Вот он. Рыба моей мечты. Павловна, короче, мне дарит телевизор из зала. Забирай, говорит, сынок.
подарок тебе. А я че? Я не против, совсем напротив. Конечно, спасибо большое. Этот телевизор, кстати, нам в прошлом году, мы или в прошлом, или в позапрошлом. В общем, мы покупали Samsung. Да, у него YouTube есть даже, у этого телека, вообще круто. Мы покупали Samsung, и нам дали в подарок вот этот Hire. Да, и мы его притащили вот сюда, к маме, повесили его. Вот он, считай, сколько времени проработал у нее. А теперь снова возвращается к нам. Но мама и так по телеку в каждой комнате. Ей этот, ну, не нужен он и ни к чему. Она говорит, забирай, мне не надо. Мне хватит двух телевизоров. Это, говорит, комната у меня, говорит, как это. Как такая рабочая комната. Мне, говорит, здесь телевизор не нужен. Не нужен, не нужен. Спасибо большое за телевизор. Ладно, давайте. Все, пока. Давайте, пока-пока. Все было вкусно, спасибо. Ага, да, плов да. Шикарный. Дождались, неужели мы тебя? Вот так с маникюра-то сегодня. Все, целуйтесь, всем пока. Давай. Так, я выключаюсь, потому что мне телевизор тащить. Давай. Ты что, сама все это понесешь? Аккуратно. Да. Мы уже дома. Я такой довольный, воодушевленный такой, с новым телевизором. Бегом. Прибежал. Установил его. Вот он, ребятки мои. Висит на стене. И не работает. А все знаете почему? Потому что антенны у меня нету. Я ее не устанавливал. И у меня, ну, нету обычного, да, вот, сигнала. Там цифровой он или аналоговый, уж какой, не знаю. А второе, у меня нету здесь на этом телевизоре интернета. Он не умный. И вот эта кнопка YouTube, вот эта кнопка YouTube, она тоже не работает. Я не знаю, что это. Юль, помоги мне, а? Иди, достань сыр. Какой еще сыр? Татьяна Викторовна дала сыр. Ты должен его достать. Который мы готовили? Да, она не смогла его достать. Ты должен сам это сделать. Откуда достать? Иди. Из ковшика. Пойдем. Доставать сыр. В общем, с телеком вот такие вот пироги. Пойдем проверим сыр. Вот и наш сыр. Сыр! Так. Я достал сыр. Юль, пойдем пробу снимем. Давай, по чуть-чуть. Прям маленький треугольник, попробуй. Суховатый, да? Классно. Ну, первый блин, как говорится. На брынзу похож. Да. Угу. Вкусно очень. Реально брынза со специями. Ну, классно. Кушать можно утром на завтрак. Очень вкусно. Всем пока-пока. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Удачки.